Всем привет, с вами Ирина. Сегодня мы распакуем с вами посылочку с луковичными растениями для участка. Правда, я ее уже разрезала. Давайте смотреть, что же я там поназаказывала. Так, вот так это все было в одном мешке. Так, значит, вот такие вот крокусы. Вот так вот называется. Сразу удобно. И картинка, и название. Вот все видите. Вот столько тут луковичек. Есть инструкция. Так что все очень удобно. Я почему-то думала, что так все придет. Все насыпано в ящички, в пакетиках. Нет. Все в таких вот упаковочках ярких, красивых. Так, дальше вот такой вот красивый тюльпан. Вот так он называется. И тут всего три луковки. Ну, очень крупные. Я посмотрела. Очень крупные. Качество отличное. То есть без повреждений, без ничего. Это не детки. Это полноценная луковица. Также тут все указано. Вот такой вот красивый тюльпан. Очень красивый. Так, дальше. Сразу две упаковочки. Я не знаю, что это. Еще не смотрела в интернете, как к чему. Не знаю. Мне понравилось. Их было много в упаковке. Цена хорошая. Весеннее. Сойдет. Такой рис, по-моему, он карликовый, желтый. Да, они низенькие. Вот 15 сантиметров взрослые растения. О, какая красавица! Это лилия. Она очень темная, бордово-темная. В реальности она, ну, в зависимости, конечно, от освещения, она бывает даже, ну, почти как черная. Очень красивая. Я ее хотела. Вот такие тут корни. Она в таком, как торфе. Корни, это не корни, это луковица, что я говорю. Луковица. И плюс добавлен торф. Да. Взрослое растение 110 сантиметров. Я вам хочу показать просто всю посылочку, потому что буду планировать клумбу, куда что, что на дачу, что в клумбу. Так что уже скоро-скоро время посадки. Следующее. Ой, это такая прикольная штучка. Вообще, она такая огромная. Это декоративный лук. Он очень высокий. Он практически с человеческий рост. Я найду картинку, покажу вам. Картинка с интернета. Он очень прикольный. Я его хотела. Да. И вот такая вот огромная луковица, чем-то похожая на чеснок. Да, 150 сантиметров. Такой вот пушистик сиреневый. Дальше. Еще один крокус. Желтенький крокус. О, тут цибульки, кстати, намного больше. Такие, как тюльпаны. Очень крупные цибульки, а в этих крокусах намного мельче. Немного мельче, эти крупные. И тут их 5. А тут их больше. Так. А я хочу сделать комбинированную посадку. Сделать их как-то скомбинировать, придумать что-то такое интересное. Может быть, какой-то узорчик. Они будут друг друга оттенять, будет интересно.
Дальше, дальше, дальше. Вот такой вот ирис. Интересно, тоже, наверное, карликовый, да. Ирис с кирисом. Тоже как-то перемешаю, оформлю что-нибудь. Придумаю. Какой-нибудь бордюрчик. Следующий у нас такой тюльпанчик-красавчик. Очень красивый, зелено-желтый. Называется Spring Green. Три луковицы. Очень красивый. Мне еще нравятся очень черно-белые тюльпаны. То есть черные отдельно и белые, посаженные вперемешку. Это очень красиво. Хотела так себе сделать в клумбе. Но когда я заказывала, не было. Не было черных тюльпанов. То есть их разбирают очень быстро. Ну, будут у меня вот такие. Дальше. Все? Да, все. Вот такая была посылочка с вот такими вот луковицами. Буду планировать, куда и что и как. Следующий заказ у меня будут розы. Чайно-гибридные, плетистые, английские. Так что да. Всем до новых встреч. Пока.